Давайте посчитаем, что 1 миллион человек, среди них всего лишь хотят перемен, и ежемесячно по 10 тысяч тенге переводит по этой модели платежной абсолютно никакого риска. То есть мы ежемесячно тогда будем собирать от миллиона человек, если каждый переведет 10 тысяч тенге, 10 миллиардов тенге. И в течение 3 месяцев мы в состоянии собрать 30 миллиардов тенге или 60 миллионов евро. Те, кто успеет поучаствовать и инвестировать эквивалент 2 миллиона евро или миллиард тенге, они получат возврат по коэффициенту 100. От 2 до 20 миллионов, кто успеет инвестировать, уже коэффициент в 2 раза меньше, коэффициент 50 и так далее. В этом фильме все пояснено. То есть источники есть, 200 миллиардов долларов самого Назарбаева, они, кстати, из них половина находится в стране, свыше 90 миллиардов это национальные резервы нашей страны, и ежегодно эта группа бандитов во власти крадет минимум 30 миллиардов долларов. То есть гигантские деньги будут в наших руках, в распоряжении народа, и то вознаграждение, которое будет выплачено участникам этого большого проекта, это ничтожная часть того, что будет под контролем нашего народа.